Сразу за Московской кольцевой дорогой располагается знаменитый на всю страну совхоз имени Ленина. Здесь уже более 100 лет работают на земле люди, и их труд по достоинству оценивается. ЗАО «Совхоз имени Ленина» продолжает благодарить своих пенсионеров даже после завершения их трудового пути. Сегодня у нас предпраздничный день. Мы поздравляем наших пенсионеров с наступающим праздником, с Новым годом, с Рождеством. И к празднику дарим всем небольшую сумму, денежку. 5000 рублей к Новому году и календарь. Несколько раз в год профсоюзная организация народного предприятия осуществляет денежные выплаты. 21 декабря 2021 года в помещении клуба пенсионеров «Золотая осень» в очередной раз им вручали по 5000 рублей. Пожилые люди остались очень довольны и благодарили Павла Грудинина за заботу о них. Работали, как работали, хорошо, и вы нашу работу продолжаете. Спасибо вам, особенно Грудинину и всем работникам совхоза. Дай Бог Павлу Николаевичу доброе здоровье. Счастья. И да, счастья, и всех ему благ, землю благ. Вот. И успеха во всем ему. Очень заботится. Все, мы спасибо говорим, здоровья желаем. Дай Бог ему, чтобы он подольше проработал и нас не забывал, пока мы живы. Я желаю всем здоровья, Павлу Николаевичу терпения. С Новым годом ему, жить ему 100 лет, и дай Бог терпения. Но не только пенсионеров порадовало ЗАО в канун Нового года. По итогам года уходящего поощрили и работников частного учреждения «Центр культуры» совхоза имени Ленина. Им были выделены 500 тысяч рублей премии по итогам года уходящего. Огромное спасибо сказать всему коллективу культурного центра, который действительно вложил душу. Я думаю, я выражу общее мнение, что они достойны каких-то тоже подарков к Новому году, поэтому совхоз имени Ленина решил 500 тысяч рублей выделить на премирование работников культуры. Красота. Просто красота. Совхоз. Вот я живу на развилке. У нас развилка и совхоз. Две большие разницы. Вот такая она территория социального оптимизма, расположенная за МКАДом, прямо на границе с Москвой. С вами, как всегда, был ТВ «Совхоз». Не забывайте нас поддерживать лайками, репостами, комментариями и пожертвованиями. До скорого!